Привет, девчонки и дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Regina Lions. Сегодня я хочу провести небольшую распаковку посылочки. Я давно уже не выпускала видео на этот канал, но мы никуда не пропали. Для тех, кто еще не в курсе, мы сейчас уехали домой в Самару. И сейчас я снимаю здесь вложики, которые выходят на нашем влоговом канале. И вы можете их смотреть по ссылочке прямо под этим видео. Переходите, подписывайтесь на наш влоговый канал. Там мы все на месте, выходят очень интересные вложики с нашего дня, как мы проводим время в карантине. Я хочу сейчас провести небольшую такую коротенькую распаковку, открыть вот такую вот посылочку Mixit, которая пришла ко мне на днях. Я очень ждала эту посылку. Здесь внутри находятся маски. Я думаю, ни для кого не новость, что маски сейчас очень трудно достать, либо они стоят бешеных денег, либо вы просто их не найдете. Но сейчас потихонечку началось уже восстановление, как бы масочки появляются, все нормально. Но многие из них, как я уже сказала, стоят просто дорого и бешеных денег. Я сейчас ничего не рекламирую, не говорю бежать скорее и скупать в Mixit все масочки. Просто хочу с вами поделиться такой вот хорошей новостью, да, для нас, в первую очередь, для моей семьи. Сейчас с вами откроем и посмотрим, какие масочки пришли. Ну, а распаковку мы будем проводить с нашим папулькой. Сейчас я переберусь в зал и все вместе будем открывать. Что ж, пошлите. Что ж, открываем коробочку. Чик-чик-чик. Чик-чик-чика. И спелая клубника. Чик-чик-чика-чика. Так. В этот раз открывали такую персиковую коробку. Так. Праздничного дождика здесь нету, как обычно. Микс отбывает. Праздничек закончился, да? Это такие маски. Упаковка. Вот. Похоже на боксеры. И сколько тут масочек? 5 должно быть раз. 2, 3, 4, 5. 5. Привет, Регина. Привет. Письмо, да. Ничего не с уважением. Никаких бонусов. В общем, вот такой антисептик пришел. Убивает 99,99% вирусов и бактерий. Вирусов и бактерий? Да. Вирусов. Я думал, антивирусное средство, как раз и вирусов 99%. Ну, антисептик для рун. Убивает. Ты не сказал. Не содержит, я сказала убивает. Ты говорил вирус 99,9%. Я говорила, убивает 99,99%. 99,99%. Ну, все понятно, короче. Давайте посмотрим, чем пахнет. Может, это? Послушай. Подожди. Ой, о! Спирт чистый. Спирт чистый, он градусов 80. Я хотела сколько градусов, посмотри. Так, и масочки, в общем. Можно мне померить твою маску? И Сереже, мне и маме. Сейчас померим. А ты у нас разве мама? Ну, моей маме. В общем, вот такой вот заказик. Маленький. Средство. Короче, мы подписываем масочку. Мне сердечку еще одну, мама. Сейчас, две сделаю. Видишь, не пишет. Тебе пишут. Сначала чайку рисуешь. Потом щечечки. Потом щечки. Щечки. Вот. И потом смайлик. Так, короче, подписали. С сердечками Викуськины. Со звездочками младшего. Семейки младшего. Младшего Сереженьки. Папа себе решил не умничать. Сделал просто полосочки. Да. Лучше бы звезды папа сделал. Я перехватила идейку. Мамочка, ты тоже все можешь сделать. А я без ничего. В общем, мы такие тут. Вот такой тут товарищ. Давайте все селф. Давай держи нас селф. Терпи или нет? Да, гал, конечно.
меня, да нет, почему не видно? В общем, вот, девочки, вот такие вот масочки сшитые. Нормальненько, я скажу, есть резиночки. Цвет приятный. Кстати, на сайте можно выбрать любую другую расцветочку. В общем, все шикарненько, нам все понравилось. И стоят эти масочки вполне себе нормально, дешевле 200 рублей. Если сравнивать с другими ценами, например, я видела и намного подороже многоразовые маски. Эти маски можно стирать и использовать, в общем, не один раз, вполне себе так нормальненько. И на сегодня это все, ребята. Хочу пожелать вам прежде всего, конечно же, здоровья. Мы увидимся с вами совсем скоро. Не грустите, не скучайте. Скоро будут новые видяшки интересные на канале. И не забудьте подписаться на влоговый канал. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. Здоровья вам, берегите, любите себя. До новых встреч и пока-пока.